Экономии в 10 миллиардов рублей благодаря реструктуризации бюджетных кредитов. Такой сценарий должен реализоваться на экономической сцене Нижегородской области. Об этом сообщила региональный министр финансов Ольга Сулима, комментируя новую федеральную программу, о запуске которой сообщил президент Владимир Путин. Что же это дает? Срок выплаты бюджетных кредитов с процентной ставкой всего лишь 0,1% будет растянут на 7 лет. В некоторых областях можно будет возвращать сумму в течение 12 лет. У субъектов таким образом освобождаются деньги, появляются дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач, для решения задач, связанных с созданием новых рабочих мест, для повышения уровня жизни граждан. Для субъектов, которые в 2018-2019 годах обеспечат рост региональной налоговой базы и неналоговых поступлений в свои бюджеты темпами не ниже инфляции, будет предусмотрена дополнительная льгота. И вот я уже об этом упоминал, сейчас еще раз хочу сказать. Это значит, льгота должна будет заключаться в продлении программы реструктуризации до 12 лет. Первые два года работы программы будут действовать максимально льготные условия. Регионы обязуются выплачивать всего по 5% долга ежегодно. На 2018 год падал возврат кредита 9,8 миллиарда, а это означало, что мы должны были бы сделать профицитный бюджет почти на 10 миллиардов для того, чтобы эти кредиты вернуть. Сейчас, если это будет по сути 600-700 миллионов профицит, который позволит 9,8 миллиарда направить совершенно на другие цели, а именно на развитие, на выплату заработной платы.